он говорит: всем привет. Всем привет! У нас сегодня ужин, только непростой. У нас есть еда необычная, предметы, например, зубочистки, вилка, ложка палочки. И палочки. Вот тут лежать соусы. С которыми кушать которыми... эту еду, да? Да. Я все понял. Ну, начинаем. Сначала мы будем тянуть еду, потом мы будем тянуть прибор, которым есть эту еду. А потом, соус. Соус, которым есть эту еду. Ну, давай, кто будет начинать, как мы решим. На камень, ножницы, бумага. Ну, неси камень, ножницы, бумагу. Да. Раз, камень, два, три. Раз, два, три. Ты. Кто выиграл, тот начинает? Да. Хорошо, тянем еду. Ну, что? Не смотрю, мешаю. Хоть бы был... Что-нибудь сладенького хочется. Ну да, огурец. Сладенькое. Огурец. Тяни прибор. Теперь выбираем, чем мы будем этот огурец кушать. И чё? Чё тут? Вилка. Вот эта вилка. Ничего необычного. И чё тут? Соус у нас будет к этому огурцу. Надеюсь, не сгущенка. Сгущенка. Кек. Не. Чё там? Карамель? Почему бы нет, да? Огурец карамельный. Но оно сладкое. А я для тебя уже приготовил соус на карамель. Мягкая. Наливай. Бутербродик себе и ешь. О, сладко. Не обязательно все съедать, правильно? Ну да. Один раз укусить. Половину. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу. Среднее? Или говно? Оцени по 10-бальной шкале. Ну, огурец лучше с чем-нибудь солененьким есть, поэтому говно. Теперь я тяну. И что тут будет? Чё? Сырок. Я хотел сырок. Я сырок. Ел предмет. Я ел рукой. Ладно. Предмет. Зубочистки. Вот, три зубочистки. Когда мне попадется есть рукой, я буду есть вилкой. Зубочистки. Вот. Теперь соус. Что тут будет? Зубочистка, будет есть сырок. Со сгущенкой. Блин, почему ему так повезло? Вот мой сырок. С орехами. И сгущеночка моя. Со сгущенкой. Удивительно. Удивительно, конечно. Что, богач? Да. Такие сырки. Сколько такие сырки стоят, знаете? Александров. Рублей миллион. Тысяч. Ты что, дом продал, что ли, купил такой сырок себе? Да. Че? Ну нормальный. Нет, а оставишь? Тут сырок. Нет, конечно же. Я тебя огурец оставил. Ну, поливаем. Все, полил. Даже много полил. Как съесть? А зубочистка. А, он же зубочистка, слушай, точно. Я буду... Ну, хоть что-то. Пусть помучается. Смотри. Смотрите, если он не съедает что-то, то ему зачитывается минус балл, и в конце будет наказание. У кого будет больше минус баллов. Давай вот так, чтобы не упал. Ну, я думаю, что засчитаем, потому что откусил. Я огурец тоже откусил, поэтому засчитаем, да? Сладко. Удобно зубочистку? Только это говно получается. Это нормально по сравнению с этим. Продолжает он.
Тяни. Чего ты не тянешь? А я что тебе, тянульщик, что ли? Тянульщик. Взяли. Чего тут? Печенье. Вот это вот печенье? Да? Да. Сейчас посмотрим, чем я его буду кушать. Чем? Ну это же опять зубочистки. Да. Зубочистки. А соус у нас к ним будет очень даже вкусный. Ну? Ну. Потому что это... Майонез! Майонез! Потому что это майонез. И майонез у нас... Каждое утро все едят такое. Что, да? Будешь есть? Конечно же буду. Печенье юбилейное и майонез провансаль. Я не переношу сладкое с соленым, если честно. Так это не соленое и не сладкое. А какое? Ну, просто белое. Главное просто не дышать и просто быстро съесть. Ты ешь? А как за зубочистками? Ты ж не ел. Стереть память. Почему? Второй раз уже я забываю про то, что нужно есть какими-то приборами. Еще раз он съест без прибора, он будет это переедать. Че? Да? Плечо? Нет. Ну теперь я. Это чипсы. Чипсы. Надеюсь, попадется джем с чипсами ему. Теперь прибор. Зубочистки. Сколько их там зубочисток идет? 950 миллионов? Теперь соус. Джем. Горчица! Ну хоть так. Горчица! Почему? Почему? Это невозможно! С этой горчицей невозможно! Это возможно! Чипсы, которые я люблю, но острые. Но горчица, которую попробую. Я не люблю, да? Это зубная паста. Новая. Открой. Лайф страх, знаешь, такой? Бери чипсину. Ты много намазал. Да нет, червячка такая. Все. Смотри, если не съедаешь, минус балл. Я пока все съел. Я печенье почти. С майонезом. Я все. Выплевывать нельзя. Сразу минус балл. Раз, два, три. Сначала его. Сейчас у кого-то сгорит рот. Почему? Он без зубочисток съел. Ты что вообще? Я буду переедать? Невнимательный такой вообще. Блин. Вот я всегда, вот написано есть зубочистками, я зубочистками кушаю. А он невнимательный вообще. Напишите в комментариях, почему титкос невнимательный. А почему ты два раза пропустил? Такого даже не три. Было, потому что я не помню. Ладно, засчитаем. Конечно, засчитаем. Потому что я съел червяка твоего. Из горчицы причем. А, ну как вообще ощущение? Остро? Я думал, будет остро. Остро. А, ну она русская. Конечно, русская. Ну, очень остро этот раунд прошел. Мне кажется, это заслуживает лайка. Теперь он. Еды много. Сразу разворачиваю. И... П и К. Что же это может быть? Пончик. Блин! Я хотел его. Вот это? Надеюсь, попадется мне джем, потому что... Клубничный. Ой. Джем нельзя. Давай сюда. Можно сразу джем возьму? Джем нельзя. Чё? Почему? А тут наконец-то, больше... Наконец-то, мне повезло хоть раз в жизни. Вот это! Сегодня 8 февраля 2022 год, и мне первый раз повезло в жизни. Почему?
Я даже могу весь съесть. А, еще чем есть, опять забыл. Хоть группой. Ложка. Ложка, да это вообще идеальное задание. Ага. Джек. Попробуй. Со смородиной. Ложка с металлом. Пончик. С хлебом? Нет. С клубникой. Не знаю, с чем купил, с тем он и есть. А, ты же сам его пёк, да? Пачечку заверни. Да. Открываем. По кругу. Ты думаешь, мне невкусно будет, говоришь, что ли? Я могу все вывалить. Только жестко. Вывали. Похоже, я не буду говорить на что. Но я такое где-то видел. Это да. Я тоже это видел. Ложкой это будет... Так ты должен только один раз откусить. Давайте, только ложкой, даже пальцем не буду трогать. Ну все. Раунд проехал. Вкусный раунд. Очень вкусный. Очень толстый. Ну, мы подходим к концу. Давайте тянуть. Берем едушку. И что тут у нас? Сосиска. Сосиска. Все знают, сосиска. Вот. Ну это не сосиска, это сосиски. Лайф срак. Почему лайф срак? Так я ж должен одну съесть. Вот эту. Пахнет сосиской. Сырой. Предмет. Берем. Руками! Конечно, с руками. Ну, это самое, точно не забудет. Или забудешь, конечно. Конечно, с ложкой. Хрен. Тебя почистите? Да. С помощью лайфсрака. А хочешь кетчуп? С кетчупом, сосиска с кетчупом, это вообще даже лучше, чем кончик с джемом. С вот таким вкусным кетчупом. Это кетченес. Кетченес. Он назвал кетченес кетчупом. Страшно. Очень страшно, это же вообще никто до этого такого не делал. Он сейчас съест сосиску. Я могу всю съесть. Не повторяйте этого дома. Слабонервным не смотреть. Это очень опасно, сосиска с кетчупом. Легендарную сосиску. Засовываю в легендарный рот. Тут все понятно, короче. Да? Мы увидели, что остался один соус. И мы решили на камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Начало игры. Раз, два, три. Раз, два, три. Ешь. Блин. Тянет соус и тянет или шоколадка, или банан, или крабовые палочки. Либо хрен уже. Ну, с хреном это точно. Мы знаем, что там хрен. Ну, конечно же, хрен. Вот такой вот. Он вкусный, он как сгущенка почти. Чуть-чуть не такой. Вытягиваю это. И чего тут, конечно? Шоколадка. Шоколадка. С хреном. Это самая любимая его еда. Шоколадка. Он ест каждый день. Да зачем ты еще тянешь? А, чем есть, да? Конечно же, свои японские палочки. О, напоследок. Класс. Мне не повезло, понимаешь? Еще. Ну, шоколадка вкусная. Он еще. Открываем.
Только открыть это бесконечно. Кривыми руками это никогда не получается. Это невозможно. Ну хрен. Это же вкусно. Ты чё? Хрен. Что хрен? Хрен. Это заслуживает лайк. Я это съем. Ну, что у тебя все мимо рта полетит. Конечно. Что там вертишь, шею оторвешься? Я сам тебе добавлю. Только чуть-чуть. Да это вдушёночка. Хрененка, знаешь? Эй, куда рука? Положил. Сел, положил. Давай, я тебя вот так держу. Давай, я надо это. Или сядь на пол. И сяду на пол. Сядь, как настоящий. Сел. Они разве так палочки держат? А ну вот. Если уронил, все, наказание. Отдаешь свою вещь, которую я выберу. Упадет. Наказание. Как? Я беру, раз, беру, переворачиваю, ложу на палочку с хреном. Давай добавим, стой. Куда? Куда столько? Потому что он уже там весь вылился, шкаф-то, из него. Растаяло? Это невозможно. Так ты палочку так неправильно стоп. Держишь. Напишите ему в комментариях, палочки? Придите его научите палочки держать. Это достойно лайка. Это было очень невкусно. Я ставлю 0 этому говну. Ну, конечно же, наказание. Только я сам приготовил весь. Ты сам себе наказание приготовил? Не, я тебе придумал, что отдать. А, ты весь мне отдал? Ага. Что? Раз, два, три. Это моя любимая. Было наказание, что он должен отдать свою любимую вещь. Ну, это моя любимая можно вещь. Можно я тебе свою любимую вещь отдам? Давай. Повернись, закрой глаза. Закрой глаза, повернись. Пинок, моя любимая вещь. Я тебе отдал мою любимую. Без комментариев. Ну, ставьте комментарии. И подписывайтесь на канал. Кто не подписан, подписывайтесь.